Сегодня приехал курьер вот из этого вот магазинчика, привез наконец мой заказ. Заказывал еще 3 недели назад, ну, привезли только что. Заказ был большой, и поначалу говорили, что половины товаров нету. В общем, кормили завтраками достаточно долго и доставили только через 3 недели. Ну, давайте посмотрим, что же приехало. Так. Во-первых, запас изоленты всяко разных цветов. Такая вот изоленточка тряпичная. Колодки для скручивания проводов. Кабель электрический. Еще один кабель 20 метров. Стяжки, вот это вот обыкновенные стяжки, вот еще такие любопытные под шуруп сделанные, такая вот дырочка, можно пришурупить к стенке и провода зажимать в нее. Так, еще вот крайне интересная вещь, практически пожизненный запас термоусадки всех видов и цветов. Даже прозрачная есть. Ну, напоследок куча всякой мелочевки. Телевизионные коннекторы разных форм, так взял на пробу посмотреть, как они хоть выглядят из себя. Ну, у себя в основном вот такие вот ставлю везде. Ну, все, пока.